Прием 2020. Начался прием на 2020-2021 учебный год в Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. В процессе приема документов открыты двери для всех республиканских средств массовой информации. Документы на бакалавриат можно оформить по следующим направлениям. Печатные СМИ, телерадиожурналистика, интернет-журналистика, международная журналистика, спортивная журналистика, военная журналистика, информационная служба и связь с общественностью, медиамаркетинг и реклама, медиадизайн. Еще одна хорошая новость для абитуриентов. Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана принимает студентов, желающих учиться по специальности политология. Это даст возможность выпускникам университета принимать непосредственное участие в качестве экспертов в политических процессах, происходящих в нашей стране и во всем мире. Кроме того, прием на заочное отделение по следующим направлениям. Печатные СМИ. Телерадиожурналистика, информационная служба и связь с общественностью. Также по специальностям магистратуры, печатные СМИ, политическая и юридическая журналистика, интернет-журналистика, спортивная журналистика, международная журналистика, телевидение и радиовещание, публикация и редактирование, информационная служба и связь с общественностью. Высшие курсы журналистики. Документы можно подать через электронные и локальные адреса www.my.gov.uz, www.dtm.uz, центры государственных услуг. Для получения дополнительной информации доступен колл-центр, код 95-475-51-51, код 71-207-0904.